Так, ну вот наш старый аккумулятор. Пассатижи возьмем. Вот такие вот. Так, вот наш новый аккумулятор, вот старый. Так, там я все отсоединил. Плюс снимаем. Минус снимаем. Опа. Так, а ну. Подъем. Ё-моё, блин, тяжелый. Вот это да, всего лишь 60. Обалдеть. Так, этот поставим сюда. Ну, сейчас будем крутить. Так, ну что, приступаем. Старый я, как говорится, убрал. Берем ключик. Так. Опа. Сейчас мы открутим это. Потому что уже, как говорится, надо уже все менять. Так, сейчас попробуем зажать. Тут какие-то вот очень толстые я купил. Так, ну вроде все получилось, все попробуем. Так. Так. Это у нас минус. Так, это у нас минус, это у нас плюс. Так, ой, ты куда улетел? Ё-моё, что ж такое, сегодня все падает. Ах. Убегает куда-то меня. Так. Так. Ну, чуть-чуть подожмем. Ага. Нету ключа, ну ладно, я потом подожму, потому что это добро. Этим тоже эти закручивать. Ну, сейчас посмотрим, сейчас проверим. Так, кстати, вот, чтобы не это, как говорится, сразу не отходя от кассы. Так, проверим сейчас. Оп, 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 оп. О, он уже заработал. Это контроллер.
3,6. Ну, сейчас врубаем. Оп. Так. Так. Пишет, что 13,8. Так, а мы сейчас пойдем проверим. Там у нас на всякий случай БМС-ка стоит, так что надеюсь, что все будет нормально. Так, поехали. Так, 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 так. Опа. Тут у меня все валяется. Так. Сейчас посмотрим. 3,6 показывает. Так, на 20 ставим. Так, а ну-ка. Отойди чуть-чуть. Так. Сейчас посмотрим. Так. Ой. Как мне так одной рукой сделать? Даже не знаю, как сделать. Вот так, что ли? А. Пальчиком вторым. Вот. 13,2 показывает тут. Странно. Там показывает 13,6. Ну, сейчас будем чекать, короче. Так, ну что ж, сейчас смотрим. Вот, вроде бы все показывает. Все, зарядочка пошла у нас. Так, все вроде равномерно идет. Так, температура нормальная, вольтаж тоже нормальный. Ну, вроде все в порядке. Так что вот показывает сверху там 8 часов. Так что посмотрим, сколько оно будет заряжать.